Соединенные Штаты Америки приостановили выдачу виз по всему миру, сообщается на сайте американского посольства в России. В сообщении отмечается, что эта проблема глобальная и не зависит от какой-либо определенной страны. Почти все посольства Соединенных Штатов Америки по всему миру прекратили на данный момент выдавать визы. Пострадали и граждане Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки принесли свои извинения всем заявителям и пообещали вернуть им паспорта с визой, как только проблема будет устранена. Но когда это произойдет, неизвестно.